Друзья, всем привет! Вы на канале Перекупщик. И следующий хотелось бы сделать обзор об античных монетах. Значит, купил я их, так же как и серебряные монеты, по-моему, где-то месяцев 8 назад. То есть, сразу хочу сказать, есть некоторые вещи, которые я придерживаю, чтобы понять, как рынок взаимодействует сегодняшним днем по продаже. Значит, смотрите, что получилось. Ну, не буду там рассказывать, вы все видите, вот прекрасные монеты, это и Боспорское государство, и что у нас здесь, римские монеты, севера монеты, ну, в общем, в хорошем сохране, в принципе. Купил я их недорого, где-то монетка мне вышла 350 гривен. На сегодняшний день, честно говоря, не радуют продажи, то есть за такую монету сегодня на аукционе Виолити по Украине мне за нее дают за каждую, ну, где-то 500 гривен. 450, то есть, ну, вот так, честно говоря, расстроен по одной простой причине: монеты 2-3 века сегодня не в фаворе. О чем это говорит? Может быть, стоит, конечно же, подождать там лет 5, конечно же, начинают выкапывать в очень больших количествах клады, и сегодня я имею в виду, и через некоторое время, конечно, начнется бум. Но когда он начнется, я уже буду нищим. Поэтому, опять же таки, ребята, я из своего опыта рассказываю, вот как есть. То есть, во что лучше вкладывать, во что лучше не вкладывать. То есть, можете взять на заметку, можете не брать, можете делать свои выводы. Как бы я никому ничего не навязываю, я просто делюсь с вами своим опытом. То есть, сегодня я на античных монетах, в принципе, ничего не заработал. Продал я, это вот 5 монет, Септимий Север, а продал я еще Боспор около 10 монет. Вот представьте, вложение сумасшедшая, да, это где-то порядка там 4,5-5 тысяч с доставкой, и выхлопа в принципе нету. То есть на эти деньги я мог крутануться и заработать еще денежки. Ну вот как-то так, вот мои впечатления. То есть сегодня на античных монетах я не заработал. То есть, опять же, они разные, есть серебро, есть просто украшения античные, фибулы. Поэтому вот я конкретно по монетам сегодня я на них не заработал. Дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, я этого заслужил. Вот. И до новых встреч, до новых видео. Я надеюсь, вам понравился обзор и вы что-то для себя подчеркнули.